В минувшие выходные футбольный клуб «Кызылжар» одержал очередную домашнюю победу в премьер-лиге. На этот раз наши земляки одолели команду «Каспий» из Атырау. На 21-й минуте счет во встрече открыл наш полузащитник Данило Алвес, удачно сыграв на добивании. Во втором тайме укрепил преимущество хозяев Тимур Мульдинов. Больше забитых мячей зрители так и не увидели. Итог 2-0. Уверенная победа петропавловской дружины. После 10 игр наши земляки занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. Следующий поединок петропавловские футболисты проведут на выезде 19 мая против Костанайского Тобола. Была тяжелая игра, климатические условия, жара стояла, искусственное поле. Но задачи, которые мы на матч планировали, все использовали. И счет на табло. Наконец-то забил гол. 9 туров не получалось. Но надеюсь, дальше продолжу в этом же духе.